Здравствуйте, в эфире программа «Городская среда». И тема программы, как мне кажется, многим из нас близка. В моих руках вот маленькая жизнь. Буквально неделю, как забилось сердечко этого щенка. И только от нас с вами зависит, кто вырастет из этого маленького чувственного чудного существа. Друг или враг человека. Проблема бездомных животных давно вышла за пределы частных. И теперь это уже общая проблема, касается каждого. Безразличие, а еще хуже недостаток знаний, главные враги гуманного выхода из сложившейся ситуации. Решение проблемы разделило жителей столицы на два лагеря. На тех, кто требует самым решительным образом очистить улицы Кишинева от бездомных кошек и собак. И на тех, кто требует гуманного подхода к ситуации, обвиняя вне гуманности городские власти. Есть еще одна сторона – муниципальные советники, которые призывают изменить алгоритм и подхода к проблеме и ее решения. Об этом и многом другом поговорим с нашими гостями. Представляю их. Муниципальный советник от партии социалистов Никита Цуркан. Здравствуйте. А также заместитель директора муниципального предприятия «Аутосалабритати» Александр Дмитриевич Бажура. Здравствуйте. Добрый день. Ну, я передам, наверное, участника нашего программы в более надежные руки. Пожалуйста. Ну и продолжим разговор. Проблема бродячих животных в Кишиневе как-то, в общем-то, эпизодически всплывает в общественном мнении и в обсуждениях. Но сказать, чтобы это было редким, нельзя. Довольно часто общественники, представители тех или иных органов власти говорят об этой проблеме. Снова обсуждаем и каждый раз ищем причины этой проблемы. Вот как вы думаете, Никита, вопрос к вам. Главные причины этой проблемы, которая сегодня, ну, мне кажется, мучает большинство кишиневцев, потому что стаи бродячих животных перестали быть частной проблемой. Действительно, это проблема такого городского, если не сказать больше масштаба. Ну, тут, вы знаете, проблема, мне кажется, никогда не покидала и Кишинев, в принципе, и нас, как жители этого города, и она, как бы правильно сказали, она как-то вот волнообразно так появляется в нашей жизни всегда. Тут Я честно вам скажу, я очень спокойно отношусь к животным, абсолютно. То есть они для меня существуют, они мне не враги, я с ними существую нормально на территории. Единственное, что бывают иногда очень ужасные истории про то, как там своры, стаи собак нападают на людей, и безусловно, с этим нужно бороться. И вот как с этим бороться, надо определять четкие правила игры. К сожалению, большому вот этих правил так называемой игры у нас в муниципе, они существуют, но они устарели уже. Очень, очень давно ничего не менялось в регламенте, о котором очень часто говорят зоозащитники. Муниципальные службы пытаются использовать какие-то новые методы для того, чтобы отлавливать животных, для того, чтобы каким-то образом ставить их на учет. Но здесь нужна постоянная работа. Постоянной работы, к сожалению, нет, потому что меняется то главы управлений, то примары, то отсутствуют примары, то какое-то направление у деятельности у муниципального совета не уделяет должное внимание этой проблеме, которая, в принципе, эту проблему ее можно решить очень быстро. Тут важна, мне кажется, больше политическая воля и желание советников работать вместе с муниципальными службами и зоозащитниками. Здесь, то есть, есть громадный фронт работы, но решить вопрос можно быстрее, чем кажется на первый взгляд. Ну вот на пике критики, общественной критики, как правило, исполнители, чиновники, те, кто занимается непосредственно решением этой проблемы. Очень много в адрес вот, предприятия «Аутосалабритати» высказывается, очень много говорится и о таком объекте, который, я не знаю, официально или неофициально, он носит название «Некрополь». И я знаю, что, Никита, вы там побывали не так давно. Да, вчера. И буквально вчера. И вот ваши впечатления от увиденного, так ли все трагично, страшно, как иногда пишут в социальных сетях зоозащитники и вообще просто любители животных? Вы понимаете, что на самом деле вот название «Некрополь», оно ничего в себе, скажем так, не то что плохого. Это предприятие муниципальное, если это можно назвать предприятием, тут меня поправят, оно существует уже очень давно, то есть там порядка, по-моему, 40, да, лет ему уже. И оно всегда работало, то есть и это не какой-то там, не знаю, машина смерти, которая работает в муниципе Кишинев. Нет, туда
свозят животных, которые погибли, либо там своей смертью, имею в виду, там на улицах просто города подбирают, либо каких-то с ветеринарных клиник животных усыпили, и их надо тоже где-то куда-то отвозить, где-то их хоронить. Насколько знаю, зоопарк туда вывозят животных, которые тоже погибли в силу возраста или болезней. То есть это предприятие, оно действительно нужно городу, и не было приковано к нему столько внимания. В последнее время только началась вот эта вот волна, тот момент, когда принесли центр стерилизации, если я тут тоже не ошибаюсь в названии. Вот это было, по-моему, в конце прошлого года. И, ну, по моему мнению, это то же самое, что, не знаю, построить больницу на кладбище. Вот примерно в таком же ключе можно аналогию провести центр стерилизации, который сейчас находится на территории некрополя. Ну, и кто-то принимал такое решение разместить его? Ну, там, это принимали решение люди, которые не особо, наверное, понимают, что вообще происходит. Я бы порекомендовал бы этим людям, перед тем, как они принимают решение, съездить сначала на место, поговорить с людьми, которые в этом что-то понимают, и потом принимать решение о переносе, создании чего-то. И, ну, то есть тут есть много вопросов к этому. Понятно, что проблему пытались очень быстро как-то решить, и решили ее, как принято у нас в городе, через одно место, ну, извините, что это так. Хотели как лучше, да. А получилось как всегда. Если говорить о некрополе, территория, я вчера публиковал в социальных сетях фотографии, собаки содержатся в... Если говорить о санитарных каких-то условиях, все более чем адекватно, там чисто, у собак есть еда, у собак есть вода. Сейчас зоозащитники потребовали, чтобы их пускали на территорию некрополя, их пускают на территорию некрополя. То есть в лице Аутосалубритати я не вижу никаких то есть, там, препонов для того, чтобы туда люди не заходили. Но надо понимать людям тоже, и зоозащитникам в том числе, что это муниципальное предприятие. Не каждый имеет доступ и право заходить на территорию муниципального предприятия. То есть это зона ответственности. В любом случае, не дай бог, там что-то произойдет, ответственность будет не на защитниках, которые туда пришли, для того, чтобы, я не знаю, там... Разные люди приходят с разными целями. Опять же, не хочу никого уравнивать. Кто-то приходит туда для того, чтобы действительно помогать животным, кто-то туда приходит для того, чтобы сделать несколько фотографий, кто-то приходит для того, чтобы снять репортаж, а кто-то приходит для того, чтобы найти, так сейчас модным словом, хайп. То есть поймать эту волну, рассказать о том, что здесь все плохо, что там убивают животных, опубликовать пару фейковых фотографий, которые есть сейчас в социальных сетях, показывают, как там просто, не знаю, что это ужасные фотографии, которые публикуют люди, и они не кишиневские фотографии, это просто находится где-то в интернете, публикуется и выдается за истину, а это таковой не является. Здесь на самом деле очень обидно за тех людей, которые непосредственно работают. Я вчера общался в некрополе с людьми, которые наводят там чистоту и смотрят, и они не понимают, почему с ними так поступают. Ну, почему они ухаживают за животными, а люди то есть с агрессией как-то выступают против них. Но думаю, что коллега тут более расскажет о деятельности этого предприятия. Ну, Александр, тогда вопрос вам. Ну, первое, как вы думаете, в чем причина вот появления бездомных животных на улице Кишинева? И второе, ну вот как сегодня осуществляется, на основе чего осуществляется деятельность по решению проблемы, по изъятию этих животных с улиц? Ну, причина появления, наверное, так и есть, являемся мы сами. Одна из больших причин, которая не появляется, это весенний период, когда каждый из жителей города, который имеет дачу за городом, старается взять себе игрушку на лето и сторожа. К тому же времени, когда приходит осень, когда переходит себе в город жить, эта собака уже не нуждается в том, чтобы она была на даче. Соответственно, она выпускается. То есть в ней не нуждается и да, бросает ее? Да, она выпускается на улице, соответственно, они становятся в стае, кучкуются, где-то приходит, ищет что-то поесть, соответственно, они размножаются почти в геометрическом прогрессии. То, что это очень большое... И причина, я думаю, что все-таки мы являемся этой причиной. То, что касается, как мы стараемся избавить город от этого, просто есть, как вы изначально сказали, есть 50 на 50. Мы одну часть населения хотим понять и войти в положение, одну часть населения мы хотим как бы обидеть, чтобы, может, неправильно выражусь. Я такой же гражданин, как все остальные граждане города, и я имею право требовать то, что я плачу налоги, как и все остальные. Почему я, как зоозащитник, имею право
оставлять собаки в город, чтобы они гуляли везде. И я, как тот же, который не хочу, мне должны ущемлять права, что эти собаки не должны гулять по моему двору. То есть представляют угрозу, когда сбиваются в стаю? Да. Те, которые звонят и просят, чтобы убрать собаки со двора, соответственно, они аргументируют. Я не могу выйти вечером погулять с ребенком. В песочнице возле дома они есть, на место детей гуляют собаки. Бабушка, приходя с магазина или идти в магазин, она страхуется, то, что собака голодная, видя пакет в руках. Она не понимает, что человек может быть дать ей отпор. Конечно, они будут пугаться. Это один из самых больших вопросов, как поступить так, чтобы уразумить и одних, и вторых. То же самое, я как житель города, не считая, что я работник аутосалубритати, мое мнение, что любящие людей собаки должны держать свою собаку дома. В городе не должны быть собаки. То есть люди должны, в принципе, проявлять определенную ответственность по отношению к своим братьям меньшим. Так и получается. Ну, да. Тут в продолжение то, что тему, которую затронули, мы в 2007 году, то есть был предлагался новый регламент. То, что сейчас, насколько, если не ошибаюсь, опять же, я не особо силен в теме зоозащитников, так уже вышло, что очень много было просто обращений в наш адрес, и стало интересно разобраться, в действительности проблема настолько глубокая, или... и что требует вмешательства прям там всех ветвей власти. Насколько я знаю, на сегодняшний день работает примария по старому регламенту 2001 года. Новых регламентов принято не было. То есть были проекты регламента в 2017 году, сейчас, в 2018 году приходили с какими-то зоозащитники, опять же, регламентом. И я уверен, что и в этом году будет опять. Вот они сейчас с разными организациями пишут разные регламенты. В этом, на самом деле, большая проблема. То, что в среде зоозащитников нет какого-то одного, скажем так, мнения, нет никакой ассоциации, грубо говоря, людей, которые... придут, например, 3-4 человека и скажут, что вот мы представляем, например, 15 или 17 общественных организаций, которые занимаются защитой бездомных животных. Вот наше предложение. Раз, два, три. Они садятся за общий стол с муниципальными советниками, с работниками муниципальных служб и все вместе обсуждают, решаем ли этот вопрос, не решаем этот вопрос, а почему не решаем, а что для этого нужно. И только в этом диалоге может появиться что-то действительно стоящее. А до того момента, пока одни будут говорить, что другие не работают, и приводить друг друга можно очень быстро и очень просто, там, не знаю, оскорбить, сказать, обвинить в том, что в бездействии и так далее. Но на сегодняшний день, и я опять же возвращаюсь к регламенту 2017 года, было предложение о том, чтобы каждый гражданин, у которого есть домашние животные, платил определенного рода налог. Этот налог существует, если так посмотреть по международной практике, он существует в 90% больших городов. И это нормальная практика, что ты несешь ответственность за животное, которое живет у тебя дома. То есть ты платишь налог, ты чипируешь свое животное, ты его вакцинируешь, у него есть паспорт. То есть в любом случае, там, не знаю, потерялась собака, формируется, там, например, аутосалубритати формирует базу данных, где у каждой собаки вносится, когда чип вшивают или там не знаю, что с ним делать, он вносится в базу данных. Если собака потерялась, ее сразу же по этому чипу находят, то чья это собака. Создается система контроля, человек понимает, что абсолютно это верно, что собака чья-то. Не просто его какой-то личный. И быстро прихоть. Находят эту собаку у хозяина, связываются с хозяином, спрашивают, почему собака, вот нашли вашу собаку, вот она там. Если, не дай бог, произойдет ситуация, что собаку попросту выбросили на улицу, тогда есть для этого определенного рода, опять же, санкции. Есть штрафные санкции, когда это немалые суммы. В разных странах это по-разному. То есть, например, там, в той же Германии или в Израиле или в Италии это суммы, которые начинаются от 500 евро и заканчиваются 3-4 тысячами. И чтобы вы понимали, то есть это большой, большой штраф для того, чтобы человек, когда в следующий раз он заводил животное, он подумал, действительно ли он хочет завести это животное, и чтобы он понимал, что у него есть ответственность. Это такая же живая жизнь, как и другая. И он ответственен за эту жизнь. А у нас как происходит? У нас, я абсолютно согласен, у нас люди берут собак, на ночь их отпускают где-то в частных домах, собака бегает и начинает плодиться. И, в принципе, как стаи формируются? Стаи всегда формируются вокруг, ну, это литературное слово, вокруг суки. То есть собака женского пола, вокруг нее есть собаки мужского пола, которые, собственно, вот как женщина, это градообразующее предприятие. Вот собаки сбиваются вокруг нее.
И то, что я читал по международному опыту, достаточно изъять из стаи суку, и стая распадается. Все. И, то есть этих собак стерилизуют, и они дальше не плодятся. И вопрос, то есть, надо решать постепенно. А у нас в большинстве случаев, правда, виноваты вот в этом числе, в росте популяции бездомных собак, виноваты сами люди, потому что они не следят за тем, что они, у них нет зоны ответственности. Они могут требовать, но сами не понимают, за что несут ответственность. В этом проблема. Ну, понятно. А тем не менее, смотрите, в марте 2019 года регламент 2001 года не может не показаться устаревшим, не соответствующим тому, что сегодня происходит на улице Кишинева. Достаточно ли того, что даются какие-то полномочия вашему предприятию, хватает ли средств на реализацию этой проблемы? Или же есть, в общем-то, какой-то внутренний, не знаю, запрос на изменение этого регламента? Ну, по тому регламенту, который мы работали с 2001 года, вообще-то, согласно положению, собака, которая отловлена в городе без ошейника, без намордника, без чипа или хотя бы наименьшее количество знаков о том, что она кому-то принадлежит, на ошейнике какая-то бирка, она содержится 10 дней, после этого усыпляется. Это так было в регламенте, так и есть. Пока этот закон не изменен, он работает, и он обязан работать. Мы, конечно, усыпление не делаем, поскольку это очень дорогостоящая процедура. Это делается сначала укол меньшей дозы для усыпления собак, чтобы она спала, потом большей дозы, чтобы усыпить как бы до конца. Но принцип работы, как бы, все ясно. Но я хотел сказать другое, что вообще передача муниципальному предприятию, которое занимается уборкой мусора в город, передать собаке, это было ошибочно изначально, и до сих пор продолжается эта ошибка, все повторяют, и все наступают на эту же ошибку. Это должно заниматься ветеринарная служба, в которой есть специалисты, в которой есть люди, адекватные знаниям, которые получены через институт, который называется зоотехнический институт. Хорошо понимают психологию животного. Да. Это специфика работы, которой человек должен учиться понимать работать. Мы же нанимаем на работу обыкновенных водителей, которые ездят за рулем этих машин, и обыкновенных людей, которые не боятся поймать собаку. Это в корне неправильно. Если бы это была служба создана кем-то, тем же зоозащитником. Мы предлагали последний раз, когда мы собрали в прошлом году в Приморье на заседание, на круглый стол, чтобы по регламенту, мы им предложили: давайте мы вам поможем создать органограмму предприятия, создать штаты, передать вам транспорт, помочь в ремонте транспорта, поскольку вы не являетесь технически подготовлены. Мы поможем. Чем? Если вы так сильно хотите, чтобы собаки были, жили в городе, чтобы был какой-то порядок, начните работать вы. Или же приходите к нам на работу, помочь убрать город. С того дня и по сегодняшний день так никто не пришел, так никто не выявил желание, чтобы начать работать в этом направлении. Но ведь защитники – самая эмоциональная часть общества. Ведь, посмотрите, это борьба за жизнь, пусть и даже может быть не человеческую, но все-таки за жизнь, жизнь близкого, то есть друга человека, за жизнь собаки, за жизнь другого домашнего питомца. И, конечно же, здесь эмоционально, то есть я же не говорю только о социальных сетях, если даже увидеть акции зоозащитников, то это видно, что они, ну, как бы, понимаешь, начинаешь верить в искренность этих людей. Тогда задаешься вопросом, а почему, собственно, не делают, сделав один шаг, не делают второй шаг? Почему все-таки не стремятся взять на себя ответственность эти общественные организации? Недостаток внимания к зоозащитникам, недостаток, ну, не знаю, что, компетенции тех людей, которые с ними работают, или, может, недостаток решения? Я выскажу немного как бы нехорошо в сторону зоозащитников, но для меня это как вот обыватель города. Пятиклассник выявил, у меня в школе, пятиклассник выявил принцип их работы. Говорит: пап, посчитай, содержание 300 собак в день, электроэнергии, корм, вода, все остальное, посмотришь, на что они живут. Это своеобразный бизнес, мне так кажется. Проявлять на жалость, надать на жалость, чтобы международные организации помогли им содержать собак, таким путем как бы что-то зарабатывать себе еще и на жизнь. Проблема можно превратить в доходную часть, так сказать, да, бюджета. Да, но эта доходная часть должна проявляться на других жителей города. Тут да, я не знаю, не то, что не отчасти соглашусь. Здесь нет, отчасти я не соглашусь. Я скажу вот о чем. Я думаю, что зоозащитники, на самом деле, очень
очень плохо, что с нами сейчас нет представителей. Мы приглашали, звонили, не откликнулись. Тех или иных, да, зоозащитных организаций. Думаю, что у нас еще получится с ними пообщаться. Вопрос в том, что, вы знаете, есть... Я об этом писал, что есть... Зоозащитникам надо самим понять для себя в первую очередь. Есть некоторые, кто понимает, есть некоторые, никто еще не понял. Кто занимается зоозащитой профессионально, это неплохо. Я сразу хочу сказать, для меня нет чего-то там зазорного и позорного в том, что люди помогают бездомным животным за деньги, что они существуют на какие-то там, может быть, международные гранты. Если не дают, наше правительство не дает денег на то, чтобы защищать животных, если они нашли какие-то источники дохода извне, они молодцы. Они провели работу, они получили грант на то, что они делают, и они пытаются что-то делать. Есть волонтеры. Зоозащитники. Это другая категория людей. Это люди, которые на этом, скажем так, не зарабатывают. Я не утверждаю, что первая категория людей зарабатывают. Они, понятное дело, содержат какие-то частные приюты, они берут там животных на передержку, они просят помощи там с точки зрения корма, не знаю, там что-то они как-то функционируют. Понятно, что они получают какой-то от этого доход, им надо на что-то жить тоже. Но есть люди, которые сами по себе, то есть там, не знаю, вот я вчера, например, в Некрополе встретился с двумя прекрасными людьми, с двумя девушками, которые не особо афишируют вообще, в принципе, свою деятельность. То есть они не ходят и с плакатами по городу, не кричат о том, что дайте нам деньги, дайте нам землю, дайте нам еще что-то. Они просто приходят и помогают. Они спрашивают на месте у людей, которые работают в этом некрополе, чем им помочь в этом центре стерилизации. Привозят еду и каким-то образом пытаются... скажем так, войти вот в это, как бы стать своего рода таким, ну, то есть промежуточным органом между муниципальной властью и, собственно, и зоозащитой. И они, такие люди нужны. Это такая ниша заботы, которая да, и они действительно переживают о том, что происходит. Они пытаются помочь, но они не делают это слишком эмоционально и иногда даже агрессивно. Я до сих пор помню, как у нас был диалог с одним, то есть с одной организацией, может быть, не с одной уже организацией, не знаю, во что она трансформировалась. Эти люди пришли просто на прием ко мне и просто в лоб, ну, то есть я не знаю, как это вообще даже работает. Они сказали, так, у нас есть, значит, мы нашли в кадастре территорию рядом с Кишиневом в пригороде, там 4 гектара, дайте нам ее. И я говорю, подождите, стоп, в смысле дайте нам. Ну вот мы, общественная организация, мы занимаемся помощью бездомным животным. Я говорю, прекрасно. Что вы хотите? Чтобы вы нам дали во владение, передали эту землю. Я объясняю, что мы не можем вам передать землю во владение. То есть они не хотели на организацию, они хотели на частные руки, в частные руки, чтобы мы передали кусок земли. Примарии, ну, то есть муниципалитета, для того, чтобы они там построили приют. На мой вопрос, а как будет функционировать приют? Он станет муниципальным или он будет ваш частным? Они говорят, нет, но мы же будем его на свои деньги строить. То есть вот такие вот механизмы работы, мы их, к сожалению, видели очень много. Это была история с стадионом для бейсбола на Чеканах, как тоже там должен был быть стадион, появились многоэтажки. Я ничего не утверждаю, опять же, никого не хочу обвинять. Разные бывают ситуации. Но мы должны себя тоже как муниципи должны себя обезопасить. В нашем, вот мы вчера общались с руководителем Аутосалубритати. Есть сейчас, насколько я знаю, проект для того, чтобы найти, есть уже здание даже, то есть есть проект здания для того, чтобы его выкупить, есть определенного рода сумма для того, чтобы купить это здание. И там раньше был питомник, и в этом здании, собственно, сделать городской питомник муниципальный, который будет работать при муниципалитете, то есть он будет муниципальным. Я абсолютно согласен, что это не то, что неверное решение, это изначально было провальное решение передавать Аутосалубритати отлов бездомных животных. И понятно, что тут не всегда ты справишься с тем, что в городе, скажем, с мусором, с этим выводом, потому что иногда, опять же, из-за людей происходит непонятно что в городе. А тут еще им животных довесили. Надо создать территориальную службу, которая, она же была, насколько я не ошибаюсь, да, она функционировала в Кишиневе. Туда взять на работу тех же кинологов профессиональных, ветеринаров, людей, которые профессионалы в своем деле. Туда привлечь зоозащитников. Хотят они заходить в этот питомник городской, пусть они заходят в этот питомник, пусть они помогают. Никто не против, мы только спасибо скажем. Но тут должны же быть... Опять же, правила игры. Программу, когда пристраивают хорошие руки тех же тех или иных ну, вот, животных, которые, ну, ведь иной раз мы видим, как те дети или взрослые люди, ну, начинают
подкармливать брошенное животное и потом забирают его себе домой для того, чтобы, ну, наверное, прекрасно, дать новую жизнь этому существу. Ведь тоже эту программу можно таким образом осуществлять. Много есть программ, которые надо осуществлять, да, в муниципе. Я думаю, что надо решать их по мере поступления. Надо делать какие-то шаги. И тут, к сожалению, опять же, я согласен с господином Бажурой о том, что... Ну вот есть предложение. Все хотят дать и дайте. Вот сегодня мы общались, я общался с несколькими организациями по зоозащите. И они говорят, приходят и говорят, мы хотим новый регламент. Нет проблем, давайте садиться, будем обсуждать его вместе. Да, вы напишите и передайте нам, мы посмотрим. Но так же это не работает. Ну то есть если вам, давайте вместе это делать. Почему я должен это делать? Я вам передам, и вы... будете потом говорить, что я что-то неправильно сделал. Давайте вместе сядем. Есть другая организация, которая сказала, у нас есть разработанный. Давайте мы вам, дайте нам имейл, мы вам отправим. Я говорю, нет проблем, давайте соберемся с муниципальными службами. Они в этом больше понимают. Они на практике знают, как это происходит. И они вместе посмотрим, какие есть точки соприкосновения, какие есть точки проблемные, и вместе будем работать. Согласились, отлично, значит, есть шаг вперед. То есть, понимаете, здесь еще есть проблема в том, что под давлением общества люди пытаются идти на поводу у общества и зачастую принимая решения, мягко говоря, странные. Это как было объявлено на последней встрече о том, что распоряжением я там запрещаю отлавливать бездомных животных. Но это же нарушение закона. У Аутосалубритати есть своя зона ответственности. Полиция передает Аутосалубритати документы, и Аутосалубритати обязаны реагировать на эти, там, не знаю, жалобы о том, что покусали, о том, что много собак сбились в стаю, не дают пройти домой. Я не знаю, там еще много чего есть. Если по цифрам, насколько я знаю, в этом году уже есть более 300 случаев, когда собаки покусали людей. И на эти вещи надо реагировать. Я не говорю о том, что давайте завтра выйдем и все, поголовье собак мы в Кишиневе зачистим. Нет, но есть животные, это надо понимать. Это надо понимать в первую очередь людям, которые любят и заботятся о животных, о том, что есть животные, которые не могут быть интегрированы обратно в общество. У них есть какие-то, я не знаю, там психологические, психические травмы у животных. Это же живое существо, там, не знаю, напугали, агрессивно с ним повели себя в детстве. Животное злоблено, оно не вернется в общество, оно не будет никогда... нормально реагировать на человека, потому что человек, там, не знаю, в детстве обидел это животное. Никто не знает, как это, из-за чего это происходит. Но таких животных надо из общества изымать, потому что они, собственно, создают вот эту проблему о том, что они кусают людей, они бросаются на людей, они бросаются на детей, потому что ребенок потенциально в глазах животного, он слабее, чем взрослый человек. И из-за этого происходит вот этот вот снежный ком, он катится, и потом в итоге виноваты кто? Виноват город, муниципалитет, и виноваты муниципальные службы, которые не исполняют якобы свою работу. И еще зоозащитники подбрасывают дров в костер и публикуют фотографии, не знаю, откуда там, с Украины, откуда-то там, не знаю, стран Ближнего Востока, о том, как там чуть ли не расчленяют домашних животных. Ну, мы в каком веке живем? Ну, что за... Ну, фейк-ньюс сегодня — это самое такое, в общем-то, модное увлечение многих людей. Ну вот, хочу на что обратить внимание. Кстати, вот одна из причин доверия такому уровню новостей — недостаток знаний. Ведь сегодня, мне кажется, недостаток знаний в самых разных областях кишиневцев как раз и мешает им увидеть решение проблем, увидеть даже тех людей, которые занимаются этим решением проблем. Вот, Александр, на что чаще, на какие случаи чаще приходится выезжать, реагировать в вашей организации, с чем приходится сталкиваться и как надо поступать людям, которые попали в такую ситуацию, когда, например, в их дворах появилась неконтролируемая стая, когда они видят угрозу, связанную с бродячими животными? Я скажу, что за последние 5 месяцев, то, что есть на самом деле письма и обращения в нашей диспетчерской службы, это 780 жалоб. Это официально, которое зарегистрировано в журнале, который подшит, прошнурован, пропечатан, все как положено. То есть является документом? Это является официальным документом, который может любой человек прийти, если он хочет посмотреть, что это такое. Сегодня были у нас, например, зоозащитники, мы им показали все письма, 700 с чем-то писем официальных, которые есть из детских садов, школ, с полицией, со всех секторов, которые официально жалуются.
мешает работать, мешает жить, заходит на территорию садика в процесс, когда дети гуляют на улице. Конечно, воспитательница может отгонять, но если зашли 3-4 собака, это уже проявляется инцидент, который может заканчиваться плачевно. Соответственно, они звонят в нашу диспетчерскую службу. На второй день есть мастер, который отвечает за этот участок, принимает решение посылать туда машину. Большинство случаев мы можем пойти просто напугать их, потому что метод отлова на сегодняшний день, он, так скажем, немножко примитивный. То, что есть вот эта европейская как петля, то, что мы самое есть, она не работоспособная. Это обыкновенная алюминиевая палка с петлей в конце. Вы можете понять поведение собак, когда на ней идет человек с палкой в руках. Соответственно, она стоять не будет. Отстреливать со шприцом, который там, чтобы усыпить. Да, отстрелить можно, но собака после этого еще 10-15 минут бегает. Может потом не найти ее. То есть ей надо, да, за ней надо все время следовать. Да, надо следовать. Между домами следом бежать бесполезно. Ловить сетями в городе, как бы между домами, это очень трудно. У нас были куплены специальные пушки, которые выстреливают сетку. Но, к сожалению, их сила больше 3 метров, она не выстреливает. Она была сделана, наверное, для других целей. Мы хотели как бы хоть что-то найти нормальное. Какое-то решение, да, техническое. Если близко подойти, выстрелит, эта сетка может еще как в окут. И опять не больше 1-2 собак, больше 3, они убегают вместе с этой сеткой. Сейчас обратились как ко всем организациям вот, в соседних странах, что, как они делают, как могут помочь нам хотя бы информации. То есть своим опытом поделиться, да, решение, да, этой поделиться. Проблемы. Да. Но, к сожалению, пока результатов мало. Пока вот эти европейские петли пока предложили нам, сейчас мы их закупили, на следующей неделе они будут у нас, как бы на каждой машине будет по этому инструменту. Но, опять же, для того, чтобы нанять работников, чтобы убедить, чтобы они работали в этой службе, если я не ошибаюсь, у нас в реестре вообще нет такого... службы, нет такой службы, как охотник для бродячих собак. То есть, как в Америке говорят, dog hunter, да? Примерно. Но ей это официальная работа. Какая должность, да. У нас это не предусмотрено нету, никаким, да, регламентом. Мы их как бы стимулируем, оплачиваем зарплату, как мы пишем, но это нет такой, как бы, если правильно понять, это немножко ошибочный охотник. Это совсем другая профессия, а не охотник. И поэтому как мы стараемся реагировать на те письма, которые изначально, которые более агрессивно как бы случай есть в городе. Соответственно, первый занимается звонками, которые пришли на день вперед, что есть что-то, какой-то случай. И попутно с замками уже письма, которые приходят официально через нашу канцелярию. То есть, если я правильно вас понимаю, что вас очень легко обвинить даже в нарушениях, потому что если нет такой должности, а кто-то занимается этой работой, да, то это получается противоречие тому, допустим, регламенту, где указан список профессий, список специальностей. И там нет нигде, так сказать, человек. Не предусмотрен гражданин, который получает официальную зарплату за то, что он ловит бродячих животных. А то, что говорят зоозащитники, мне просто интересно, то есть и для того, чтобы понять, вот очень много постят в социальных сетях, что отлавливают клещами собак. Объясняю, что такое клещ. Этот инструмент есть при каждой машине, и он будет. Собаки, которые раздавлены машиной, которые перебегают дорогу, раздавила, или мертвая собака где-то есть, когда она пролежала несколько дней, пока мы узнали, кто-то нас оповестил, она берется не руками, только этими клещами берется и ставится в машину. Потому что неизвестно, чем эта собака болеет, или чем она болела, от чего как бы умерла. Чтобы исключить заражение того же человека, того же работника нашего, поэтому было принято решение, чтобы мы эту работу делали клещами. Это не инструмент для отлова собак. Если же собака сильно агрессивная, да, они могут быть использованы, когда не помогает даже эта европейская петля, которую нельзя удержать. Тогда он вынужден, в противном случае он оказывается жертвой он, этой собаки. Как бы я не исключаю, что они должны быть использованы. Мы стараемся как меньше всего с ними работать. Но если случается случай, у нас был случай на территории, на Бернардаса 63, на территории садика, которая ощенилась сука с собаками, которые не могли зайти 2 дня в садике, в субботу, воскресенье дворик не мог зайти. Они попросили, мы пытались всеми методами поймать ее, и сеткой, и петлей, ничего не получилось. Она очень агрессивно бросалась на всех. Хорошо, что было в выходные дни, что получилось. Так директриса позвонила. Нам пришлось забрать его клещами. По-другому нет возможности просто.
Ну, я понимаю тех же защитников, которые за всем этим наблюдают. Да, тут, в общем-то, знаете, как у людей, пишущих тексты, что-то вырвав из контекста, можно сразу, так сказать, создать целую теорию заговора. А в данной ситуации, допустим, снять только лишь один кадр такой охоты за бедным существом, которое, так сказать, в тиски клещей, уже понятно, что, так сказать, варварски смотрится. Все это понятно. Но, тем не менее, смотрите, проблема остается, и найти решение ей необходимо. Потому что, ну, вот, людей в Кишиневе меньше не становится. Даже вот в сегодняшнем мире, в сегодняшнем жизни, в сегодняшнем дне Молдовы, когда, с одной стороны, популяция людей сокращается, но, ну, главный город страны становится таким хабом, где собирается как можно больше граждан Молдовы. И все они с собой привносят проблемы. Как правило, опять же, это проблема тех же бездомных животных, с которыми сюда перебираются многие. Мы просили ей подокументироваться в странах, в которых собак в городе нет. Как они избавились? Мы были специально сейчас в Бухаресте в конце февраля. В январе были в Риге. Именно вот по этим случаям, чтобы знать, как люди избавились от собак, что нет собак. Очень просто. Там кто-то взял на себя ответственность. В один год, не год, где-то год-полтора, отловили всех собак. Здоровых собак оставили в приюте, нездоровых, соответственно, усыпили. Сейчас они появляются где-то в каком-то месте в городе собака. Вот они бегут все, 3-4 экипажа, чтобы забрать ее, привезти в приют. Соответственно, приют работает на государственном основе, как бы часть финансируется с государства, часть финансируется с международной организацией правозащитников животных. И таким образом, как бы, город был очищен. А методом, которым мы сейчас пытаемся стерилизации, это будет, как бы, он тоже имеет свои эффекты, но это будет очень долгосрочно и очень мучительно будет. Соответственно, будут прецеденты обвинять друг друга в том, что неправильно поймали собаку. Травмировано животное. Да, не стерилизовано правильно, она получилась, что опять на улице. Соответственно, когда нельзя отвечать и той же бабушке, которую мы стерилизовали, принесли обратно в Авдор, скажет: ребята, вы что делаете? Вам платит государство деньги, что вы ее поймали, увезли, а вы ее принесли обратно. Вы что работаете? По кругу? Понятно. Тут есть... Ну, Никита, все-таки будет каким-либо образом предусматриваться или прорабатываться новый регламент для того, чтобы помочь и людям, которые, ну, сегодня пока несут ответственность за этот участок работы, либо создание все-таки новой структуры, которая возьмет на себя ответственность по решению этой проблемы, так как это уже сделано в ряде, в многочисленном ряде столиц. Опять же, здесь необходим в первую очередь диалог. И нужно понимать проблему. То есть я, как там, не знаю, неделю в этой теме, я вам как какое-то там профессиональное мнение вам высказать не могу. И это неправильно, потому что я не владею этой информацией. Я думаю, что полностью. То есть я сейчас, пообщавшись с представителями Autosalubritate, пообщавшись сейчас с зоозащитниками, с одной, с другой стороны, пообщавшись с людьми, которые работают в центре стерилизации. Насколько я знаю, вчера был назначен новый директор некрополя. Это человек, который, собственно, вышел, был предложен зоозащитниками. Человек, который из зоозащитников. Из их среды. Да, из их среды. То есть он сейчас тоже вникает в этот процесс весь. Мы с ним общались тоже по вопросу регламента. Здесь нужно садиться и всем вместе и обсуждать. Не самое плохое, что здесь можно делать, это принимать какие-то быстрые, поспешные решения, которые решат проблему на 2-3 дня. У нас, к сожалению, в руководстве города очень давно уже такая практика идет о том, что человек выходит перед людьми, будь то примар, будь то вице-примар, какой-то там глава управления. Главное с себя все скинуть, он быстро дает кому-то какие-то поручения и пропадает. Что произошло, собственно, на последней встрече с зоозащитниками? Человек вышел, раздал всем указания, что там вам запрещено отлавливать собак, мы вам все дадим, вам мы тоже решим, спасибо, я ушел. А люди сидят, и зоозащитники, с одной стороны, сидят, не понимают, что сейчас произошло. Им вроде бы сказали, что отлов собак прекращен. А с другой стороны, сидит служба Autosalubritate, которая не может по закону прекратить отлов собак, потому что к ним поступают жалобы, и они должны с этими жалобами что-то делать. Я к чему это говорю? К тому, что здесь нужен комплексный подход. Я не говорю о том, что это будет длиться годами. Нет, давайте вместе садиться. Я там, если надо, официально приглашаю всех зоозащитников. Приходите в 18-й кабинет примарии. Мы находимся
практически, ну, то есть там 90% рабочего времени всегда есть муниципальные советники. Обратитесь, давайте вместе встретимся, давайте вместе с вами сядем за круглый стол вместе с представителями муниципального предприятия. Вместе все с вами рассмотрим вопросы и проблемы, которые перед городами существуют, и попробуем их вместе решить. Но я сразу говорю о том, что здесь, это, извините за аналогию, но эта история должна с домашними животными быть как история, которая есть сейчас с автомобилями в Кишиневе. И вообще во всех странах. Если ты покупаешь автомобиль, я опять же извиняюсь для тех, перед теми зрителями, которые могут воспринять это буквально, это просто аналогия. Вы покупаете машину, вы ставите ее на учет, вы платите за нее налог, и вы следите за ней. В случае, если ваша машина, с вашей машиной что-то происходит, вы за нее отвечаете. И вы объясняете, почему она произошла. Там, да, не если знаю, она болеет, то есть ДТП, если она технически болеет, вы обязаны ее починить для того, чтобы, опять же, пройти технический контроль, чтобы она не представляла угрозы для других участников дорожного движения и, в принципе, для социума. Также в случае с собаками. Давайте вместе с вами рассмотрим этот вопрос. Все страны, где и города, где был решен вопрос с домашними животными, я имею в виду в положительном ключе, это и можем приводить там и Ригу, и Бухарест, и Москву, и Стамбул, и города, там, не знаю, Германии, Италии, Израиля, где собаки ходят, ну, то есть в Израиле, например, на странах Ближнего Востока, там собаки ходят, ну, то есть просто по городу. Гуляют. Они не представляют угрозы абсолютно, они все чипированы, везде вшит чип. Каждый понимает, чье это животное, кому оно принадлежит и откуда оно ушло, это животное, куда оно придет. И в этот момент люди несут за нее или организации несут ответственность. То есть в Израиле вообще можно, грубо говоря, оформить собаку на фирму. То есть это собака какого-то предприятия, и за ним следят, за нее платят налоги, ее вакцинируют, у нее есть паспорт. Это как тот же человек, нет разницы между этим. Но надо нести ответственность. Я говорю еще раз, во многом проблема в Кишиневе с бездомными животными, во многом, опять же, да простят меня люди, виноваты сами жители, потому что они не следят. Нельзя так поступать с животными. Это с собаками, с кошками, не знаю с кем. Это не игрушка. Вы не можете сегодня взять собаку, поигрались, абсолютно как в начале программы сказали, на лето поиграли с животным, оно вам было выгодно, что она там последила за территорией, вы ее подкармливали, пришла зима, холодно, вы уехали в город, собака осталась сама по себе. Конечно, она вынуждена выживать, это животное, оно тоже как бы инстинкт самосохранения у него есть. Оно выживает, оно ищет еду. Это нормальная история, нормальная практика. Опять же, призываю всех, давайте отложим эмоции в стороны, давайте, если вы хотите конструктивного диалога, опять же, это зоозащитникам, если люди хотят на этой проблеме каким-то образом выскочить в медийное пространство и рассказать о том, что все плохие, это один вопрос. Если есть люди, которые хотят решить вопрос, попытаться начать его решать каким-то образом, есть пути решения, есть вопрос, опять же говорю, мы рассматриваем вариант покупки здания для того, чтобы там делать муниципальный питомник. Мы рассматриваем, сейчас будем прорабатывать документальную базу для того, чтобы возродить в Кишиневе ветеринарную службу, для того, чтобы у Ауто Салубритати забрать отлов этих бездомных животных и передать ее компетентным органам, профессионалам. Я не хочу вас ни в коей мере обидеть, я просто говорю о том, что компетентным органам, которые занимаются животными, которые кинологами, которые понимают психологию собак. Которые по праву должны этим заниматься. И они будут этим заниматься, и все будут тогда плюс-минус, ну, то есть довольны тем, что Ауто Салубритати занимается своими вещами, которые она должна заниматься, и которые внесены, грубо говоря, в их статут, да, внесены. Есть ветеринарная служба, которая занимается тем же и некрополем занимается, и захоронениями и так далее. Тогда будет порядок. Никита, спасибо. Александр, есть что добавить вот, к видению решения проблем? Мы также готовы встречаться со всеми, лишь бы был какой-то правильное решение проблемы, чтобы как бы не обвинять друг друга, а пройти к уникуму, как бы, пункту, чтобы была как бы, точка над всеми одинаковая. Мы не хотим никого обвинять, и не хотим, чтобы мы были обвинены просто так. Да. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Единственное, что хотелось подвести черту, знаете, наверное, такую фразу «красота спасет мир». Вот мне кажется, мир спасет любовь. Потому что она не позволяет нам быть еще и предателями. Нельзя предавать то существо, которое ответило тебе верностью. И тут вдруг через какой-то промежуток времени оно остается ненужным, брошенным на улице и таит в душе обиду.
Будем стараться всеми мерами, мы со своей стороны помогать найти поиск решения этой проблемы и призывать к диалогу, да, чтобы, в общем-то, получилось решить эту проблему в Кишиневе, чтобы тем же брошенным животным вернуть веру в человека, во-первых, ну и вернуть, в общем-то, нормальную жизнь, для того, чтобы они могли сосуществовать рядом с нами, радуясь, в общем-то, любому дню и любому времени года вместе с нами. Спасибо за этот разговор. Спасибо. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был муниципальный советник от партии социалистов Никита Цуркан, а также заместитель директора муниципального предприятия «Салубритат» Александр Бажур. Оставайтесь с нами, будет интересно, мы работаем для вас.